Нихуя себе! Экигис Венслейр, и как вы уже знаете, сегодня начинается третья часть прохождения Atomic Heart. Короче, не будем время тянуть, погнали. Уии! Опа, прыгаем! Ой, надо бежать. Так, отлично. Ледро! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. Блять, я затупил. Так, мне кажется, или где-то вот здесь светильник. Свеча. Ага, она вон. Она может пригодиться. Ага, вон она, хренотень. Ну и чё это такое? Слушай меня сюда, безмозглая псина. Да, майор, это запись для тебя. Я слышу, как ты шумишь и грохочешь на складе. Живым ты меня все равно не возьмешь, так что слушай. Ты даже не знаешь, что тут происходит. А. Ну и кто теперь без мозга? Двери заперты. Вот, блядь. Без подачи питания их не открыть. Активируйте березу ПК-4. Вот это что ли береза? Мне кажется, или есть такая хуйня, которая свеча, которая может как-то подать свет. Может из-за этого? И вправду. Ошибка. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Блять. Чё на этот раз? Почему нельзя было просто сделать обычную дверь? Ой, пошли искать колбы. Так. Такие заросли, словно тут лет 10 никого не было. Может быть, это сбой в системе гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений. Рост стал неуправляем и избыточен. Где-то здесь должна быть колба. Я как раз в одном цехе нахожусь. Осужденным под номерами 704-557. Ну и где? Короче, нихуя не нашел. Погодите-ка. Твою мать, откуда взялись такие монстры? Пиздец. Такое чувство, будто это, скорее всего, кратицепс из Last of Us. Так. Ну пошли нахуй отсюда, блядь! А, блядь! Блядь, такое чувство, будто нас наигрался в эти... Last of Us, это всякая такая хуйня. Но все равно... Я победил. Где-то здесь. Вот точно где-то здесь. Да вы шутите. Еще одни. На нахуй. На нахуй. Блять, было бы дохуя патронов. На ебучих дробовиках. О, кстати, дробовик. Блять, я умер. Думаю, тебе не стоит вам объяснять, что за хуйня здесь происходит. Думаю, на самый раз так же здесь же провоцировать драку. И где, блять? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Надо подлечиться. Зря потратил аптечки, конечно. Че? Ты... Чего? Ебать, а чё с рукой? Ебать, чё его так расплющило, блядь? Что, блядь? Опа. Здрасте. На нах! Хочешь еще? Так, блять. Чё, хуел? Тебе, ты чё, давно пизюли не получал? А уже получил. Ну-ка.
Блять, я ему голову случайно трубил, пиздец. И чё это за хуйня? Ебать, это чё за колобок, блять? Огроменный, блять! Чёрт, ежиха взбесилась. Сейчас сончится не легче. А это ежиха. Обычно это безобидный геолого-геофизический робот. Нихуя себе! Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Надеюсь, блять, это Вовчик? Это Вовчик, блять? А я думал, нахуй, кто это, блять? Они даже не тонут. Эй, Рафик, ты как там? Ответь, пожалуйста. Ну, ладно, не отвечаю, это обидно. Это не Вова, это Марио! Так. Колба присоединена. Запущен процесс синтеза люминесцентного полимера. До заполнения осталось 35 дней. Сколько? 35 дней. Да ты что, охуел, блядь? А как подавать-то, блядь? А, так что ли? Первый у нас. Опа! Осталось 10 секунд. О! Как раз. Так-то лучше. Кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу пчелки. Романтика. Очень классная романтика. Личные показатели. Я не ожидал. И чё, хули не нажимается? Алло? Нажимайся, блядь. Не работает, блядь. 276 миллионов 352 655 попыток разъебать эту ёбаную кнопку спустя. Я, блядь, чуть не разъебал эту кнопку, нахуй. Товарищ майор. Тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем-то виноват перед вами? Почему вы срываете на мне зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова. Его убило его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, и не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца, сколько себя помню. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. Но я и до ранения его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорим, но нельзя. Алькатех. Колба люминесцентного полимера подсоединена. Отлично. Горячий цех, или так называемый хитарь. Вот же срать, боль! Это ты называешь вполне комфортной температурой? Это криогенные элементы, узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча, с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробую затолкать их внутрь бойлера. И как? Для прохождения внеплановой дистанциализации. Повторяю. Внимание сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в инфекцию. И где тут вход в трубу? Где же вход, действительно? Например... А, я его отключил точно. Блять, что здесь забыл Басков, нахуй?
никак не помещается, блять. Как только помещать, то сразу проблемы. Странно. Надо что-то делать. А если вот эти вот свечки фаренгейтовские, да, поместить? Да ёбаный пирог! Это не та дверь! И вправду не та. На это не обращаю внимания. О! Охлаждаем этот бойлер. Раз. Сработало! Осталось еще два. Да неужели? Это первый бойлер. Ты! Она придется тебя заморозить. Гонщик нелегальный. Видишь, нашли. Это чё? Провести анальный. Так, второй готов. Напоминаю. Так. Храните производство. Эту я оставил. Значит, сюда. Дайте работу дома. Помните, для членов семьи, виновного в распространении информации, также предусмотрены меры пресечения. Вы серьезно? Не та дырка? Мне теперь заново буду. Ахуй. Дальше куда? И сюда, вот сюда, нахуй. Ты. О! Ну и. Хуи! Для чего предназначен термоцех? Происходит жаростойкий полимер, но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жаростойкой флоры. Как тебе такое, Илон Маск? Пока ты там планируешь отправить американцев своей же ракетой в Марс, наши советские люди решили озеленить ее. Это... Я не это прыгнул, заебись. Ну и докуда? Там мне это прыгнуть. Ты, блядь. Да ебать. А! Сука! Слишком поздно думал. После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. А, вон оно как. О! Колба.
сюда. Хе-хе. Так. А в какой пойти? В какую пойти? Вот в холодную или в пестицидную? Сложно. Придется сюда. А, вот так. Это еще что за дрянь? Это росток побега. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро это продемонстрировал чё? Свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Ну нахуй. Курица-убийца? Просто прелестно. Допустим, я этого не видел. Ладно. Лучше не привлекать внимание. Блядь! Вы чё все на меня смотрите? Вы чё, охуели, блядь? Выходите сюда, блядь. Ой, я что-то его отрубил, нихуя. Пиздец, развели, блядь. Медицина non penis canis est. Так, ну, только бы одну корову, только какую. Из них все я перепробовал. Стандартный завершенный технологический процесс. Производство органической составляющей пулемета. И куда оно все утекло? В Альгоцех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Ебать, что я сейчас натворил, сука? Одни трубы. На стене имеется лазерная реактивация питания. Опять? Разберемся. Она. Не привыкать. О! Это чё? Гидропонный цех? Пошел нахуй отсюда! А что, всем делать не хуй? Так, блядь! Раз умер. Так, блядь. Чё всё это, блядь? За хуйня! Я вроде бы кому-то должен трубать голову, не? Ебать, я только там убил. Да кого-то... Да вы заебали, блять, меня конкретно. Идите нахуй.
еще под такую музыку, блять, это вообще пизда нахуй. Идите нахуй. Нахуй сюда, блядь! Я кому нахуй объясняю? Да быть такого не может. Дождались, наконец. Да я ебал, нахуй! Валим отсюда! Блять! Ты охуел, друг? Это шутки такие, что ли? Тихо. Ты можешь разбудить его в любой минуту. Через 2 часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидным полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Хорошо. Будь по-твоему. А колба уцелеет? Блять, насос! Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. Патч 400 скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Скорее! Хорошо, хорошо, давай. Так, ладно, контейнер. Как он выглядит-то хотя бы? Пошел ты, такой бидон! Быстрее, нужно взорвать его! Я заботился с этим пользователем, если честно, но это еще что за хуйня? Придется пользоваться. Ну и ура, же ты! Умирай! На! На, на, на! О, убил. Почти. Убил. Но с ними я не покончил. Спасибо, один час. Доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Ну-ка. Все, перекур. Ты нашел контейнер? У меня закончился PH-400. Если что-то срочно не предпринять, там менять там крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой бидон. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять, не так. Он от этого не умрет. Его надо было взорвать. Твою мать, и что теперь делать? Он проснулся. Надо ебать. Поджечь полимер! Дай сюда сигарету! Разве полимер загорится от сигарет? Да. Сдохни, тварь! На! Нихуя себе! Лучше живучий тварь! Он в ярости! Надо бежать, полимер! Держись! Нога! Мужик, ты как? Нормально, повезло. Сука, побеги! Вставай быстрее! Нога застрял. Стреляй, не болтай! Их слишком много, давай быстрее! Пытаюсь, блядь! Если доберутся до нас, только нет! Все лучше, чтобы не добрались. Они все ближе! Вставай, вставай! Пытаюсь, я пытаюсь! Ебать! Нет, нет, помогите! Все минимум стрелят! Мужик, держись! Я иду! Ой-ой! А! Голову, хоть где-то понесло. Он мутировал! Да я догадался, бля! Придется с этим бидоном ебать, что ли? Да ебучий ты! Да отъебись от меня! Да ты! На нахуй языком, блять! Блять, еле-еле нахуй. Груди погиб, маячок на месте. Смерть истинно не
Да кто, блядь, поет нахуй? Да ебать. Придется нахуй свалить отсюда. Да я умер окончательно, как получается. Да ебать! Ай, я не понимаю, блядь, как выжить? Чемпион мира по плевкам. Пора возвращаться к березке. Так, осталось поставить эту колбу. Колба пестицидного полимера подсоединена. Нихуя. Ненавижу паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Насекомые вредители уничтожены. Вегетативный электрогенератор березы ПК-4 функционирует в штатном режиме. Пора вернуться. Ой, блять. Дело сделано. Ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс Вавилов. Не прошло и года, блин. Надеюсь, больше я никаких сраных колб не увижу. Где вы находитесь, товарищ майор? Я жду вас на станции ВДНХ уже несколько часов. Подождешь еще парочку. Если тебя это не устраивает, можешь сам ко мне приехать. Даю адрес. Деревня Лесника, лифтовой сектор. Встретимся между 7 и 9 роботами. Каждый выполняет ту работу, которой обучен. Блин, а ведь и правда. Слушай, что... Наконец-то мы смогли выбраться из этого комплекса. И наконец-то выйдем хотя бы на улицу. Погулять. Ну вот погулять это можно с натяжкой, так сказать. И подходит к концу сегодня третья часть прохождения Time Hard. Всем... спасибо за внимание, а если вам видео это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поставьте на колокольчик, чтобы не забыть новые ролики. Ну а с вами был Slayer, всем пока!